Приветствуем всех зрителей на нашем новостном канале. Перед просмотром этого видео поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, а для того, чтобы не пропускать свежие новости, нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! После того, как юморист впервые обнародовал фотографию своего потомка, у почитателей возникло немало вопросов. В комментариях к фотографии ребенка подписчики поздравляют Петросяна с днем рождения и с отцовством. Многие рады, что Евгений Ваганович перестал скрывать сына. Одна из фанаток полюбопытствовала, кто именно родил Петросяну сына. Мало кто из подписчиков верит, что ребенка родила сама Брухунова, а не суррогатная мать, так как беременной Татьяну никто не видел, а она регулярно выкладывает фотографии и показывает свои наряды. Напомним, что Петросян и его молодая жена стали родителями в марте прошлого года. Тогда пара поехала на отдых в Дубай и, по сообщению СМИ, вернулась уже вместе с ребенком. По некоторым данным, ребенка паре родила суррогатная мать. Первые полгода супруги никак не комментировали пополнение в семействе и старательно скрывали ребенка, так что и поклонники уже начали думать, что совместных детей у Евгения и Татьяны нет. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца, убедительная просьба поставить лайк, а также подписаться на наш канал, а чтобы не пропускать свежие новости, нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр!